Поэтому будем надеяться на то, что мы завершим эту работу до конца. Она просто не сиюминутна. То есть вот так вот решить ее невозможно. Договорились? Все, спасибо, да, до свидания. Подождите, еще вот пришли, пресса прислала. Да, что? Ну, я уже все свои комментарии дал, то есть вы все услышали. Нет, Не, ну а потом надо это все-таки все, до свидания, не мерзните, давайте, а то вы заболеете. А когда мы еще это будем? Ну, я, ну вы же знаете, где я нахожусь, пожалуйста, в любое время. Вот Виктор Викторович, у вас здесь самое главное здесь. Телефон есть у вас, созвонились, все, да. Только вот так. В процессе. В каком? Ну, пока для нас положительно. Вроде как обещают им другой участок, они вроде с этим предложением властей согласны, пока никаких мер постройки принимать не будут. Вот такую информацию мы получили от властей. А застройщик что не пришел? А застройщик, как всегда, игнорирует. Вроде как это пошел навстречу. И в общем-то, но они требуют, никакого понижения этажа. Подожди, не этаж, альтернативный участок они требуют. Да. Пожалуйста, пусть администрация. Вот да, они сказали, что ну, потому я что конкретно пока не. Наталья Владимировна, я была в администрации, они, извините, за грубость выражения, так корректно скажу, забоялись. Потому что вот такая вот пачка документов. У них такие, я подготовилась, граждане, все, купила вчера все кодексы, какие-то к этому относятся. Извините, надоело, что нас держат за быдло за какое-то, за дураков, правильно? Я вчера поехала в специальный магазин. С вами Денисов оказывается сказал, народ. Что мы... Они считают этот участок своим, потому так что они что, его в 2006 году арендовали. Аренда, это непонятно. А жирные проезды где они? Потому что люди у нас с вами показывают очень много прав, понимаете? Потом, а из-за того, что мы не знаем, будет. Какие у нас права, из-за того, что вот нас все время там тюкают, забивают, а мы оказывается в таком... А у нас уже институция говорит, что мы... Что власть у нас привлечет народу. Я же теперь тоже такая, знаете, подготовлена, предостроительный кодекс теперь изучаю. А как же? Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. Здрасте. Санитарные нормы правил, посвященности, правильно? По так называемой нормам инсоляции. Там должны на слушаниях присутствовать представители общины, там домов. Пришли даже, предположим. Если кто-то пришел, ну что вы скажете, мы не согласны. Хорошо, мы учли, они не согласны. Так далее. Но в целом мы принимаем. Наша прикрывает территория, понимаете? Тут даже не остается места. Тут никакой стройки не остается места. Можно сделать именно это. Межевание участка может еще сделать. Вот, пожалуйста. Надо расширять это пространство. А я вчера записала, мне дали ваш телефон. Это, Дима, не для тебя. Ох. Да. Хорошо, все, спасибо. 30-го. Газету про бережную.